В Казахстане создадут государственный фонд поддержки национального кино. Он будет пополняться за счет бюджетных средств и частных инвестиций. Эта норма заложена в законопроекте о кинематографии. Его сегодня презентовали в Мажилисе. Планируется открытие госфильмофонд, для которого нужно будет оцифровать больше 1000 архивных отечественных кинокартин. А вот на территории Казахфильма предложено создать свободную экономическую зону с преференциями и льготным налогообложением для инвесторов. Изменится и механизм госфинансирования казахстанского кино. В полном объеме будут финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость. В первую очередь это исторические картины, патриотические кино, фильмы, события, документальные, анимационные, дебютные картины. Все остальные фильмы, так называемые массовые коммерческие проекты, будут финансироваться частично на условиях привлечения инвесторов частных капиталов.